Всем привет, с вами Рос Декой, профессиональный шопер. Я нахожусь в атмосфере в магазине Дома Твин. И сегодня будет тема, это морской стиль, либо круизный, либо пляжный, мы его называем. Брюки вообще просто потрясающие, берешь в руки и кайфуешь, да? Вот почему я не люблю онлайн-шоппинг и всегда зову на живой шоппинг, потому что хочется потрогать ткань, хочется кайфануть. Потом это все хочется померить, посмотреть, как на себе смотрится. Но первое, когда ты встречаешься с классной одеждой или с новой покупкой, это тактильное ощущение на ощупь. Ты потрогал и понимаешь, что вот это твоя ткань. Ну и это, конечно, на лето полированный опять лен просто идеально. Кстати, у них есть линия у Домат, это Yacht Club, да, то есть я недавно начал учиться на шкипера, да, то есть учиться водить яхту, и у меня эта тема очень откликается прямо изнутри, и я сейчас попробую даже лук создать в яхтином стиле. Андрей уже ждет. Так, смотрим еще, что тут есть. Рубашки с якорями, да, опять яхтенная тема. А вот еще, да, яхтенная тема. Ну, это просто такой минималистичный принт. Но я к тому, что достаточно просто, как дизайнеры говорят, поиграться с принтом. То есть добавить какого-то принта в свой образ, да, то есть обычные темно-синие джинсы. Вот, и уже рубашка с таким принтом, похоже на цветы, на листья пальмы, и все, и оно будет классно смотреться, да. А если, допустим, это белая рубашка, то смотрите, видите, какие манжеты, да, то есть манжеты с баклажановыми перышками. Или вот такого цвета, о, смотрите, опять мой любимый цвет тосканского вина, Ferraio. Ferraio – это кузнец по-итальянски. Есть такое вино в Тоскане, а вот, смотрите, осенняя коллекция с какими-то листьями. В общем, очень обращайте внимание на какие-то микродетали. Так, ну что, у нас еще один есть лук. Андрей я попросил одеться в морском стиле, в яхтином. Он у нас будет яхтенный капитан. Что для яхтенного стиля важно? Это легкость, да, то есть на яхте лучше носить удобную обувь на ровной подошве, чтобы не поскользнуться, в то же время не удариться ногами там об какие-то особенности яхты, да. И поэтому для яхтенного стиля идеально это мокасины, либо обувь на ровной подошве. Жарко на яхте, если весна-лето, то это должны быть легкие шорты. Я подобрал Андрею льняные шорты в легкую полоску. Льняные, потому что удобно. Хочется белые, конечно, но возьмем просто оттенок бежевый там. И рубашка, которую можно в любой момент, если длинного рукава, например, защитить от солнца, если вдруг жарко, подкатать рукав. Пойдемте, я вам покажу, как это выглядит. Так, иди сюда, Андрей. О, отлично, отлично. Шорты, вот, видите, то, что я говорил, да, на Андрея как раз льняные шорты, легкие, чтобы ничего не обтягивало, да, то есть с небольшим манжетом, либо без манжета, длина, вот, у шорт должна быть у мужских, такая длина, чтобы тебе было комфортно, не супер короткие, как у танцующего миллионера, что аж прямо вот здесь аж, по самые панденятки. Вот, а вот такой длины до колена, это идеально, то есть мужская нога должна смотреться классно именно в такой длине шорт. Про рубашку, то, что я говорил, рубашка из легкого-легкого хлопка, если вам жарко, вы работаете, либо хотите показать свои накачанные руки, вам можно подвернуть рукав, и плюс еще есть еще бретелька, которая застегивается, и обратите внимание, видите, она тоже обыграна маленькой морской деталью в яхтенном стиле, это канат. Можно просто такой один из способов завязывания. Давай я подверну, смотрите. Сейчас покажу, как подворачивать рубашку, один из способов. Расстегивайте ее полностью. Вот, поднимайте до самого верха. Сколько есть сил. Можно, в принципе, просто тупо застегнуть. Вот, оставив ее так вот небрежно, да. Вот, если вам не хочется пользоваться вот этой функцией, вы берете, еще раз подтягиваете на самый верх. Вот, потом двумя руками или одной свободной рукой опускаете вниз, вот, и подворачиваете на два подворота ее на уровне локтя, и тогда она не будет разворачиваться и не будет вообще это все мешать вам. Если, например, у рубашки нет такого хлястика, и прячем эту тоже деталь, чтобы она тоже не болталась на ветру, и все, у вас такой манжет. Покупайте рубашки с длинными рукавами на лето и научитесь их правильно подворачивать. Тогда ваши руки будут всегда смотреться накачанные, потому что она на уровне локтя, да. И не надо покупать рубашки с короткими рукавами, а вот с длинными, это как раз
настоящая мужская рубашка. И вот так вот должен манжет выглядеть. Смотрите, класс. Либо вот таким способом, либо таким. Ну, как правило, во многих рубашках нет такого хлястика, да, то есть, а если есть, вам вообще повезло. В общем, приходите на шопинг в этот магазин, здесь есть и хорошие цены по распродаже. Можно зацепить осень-зиму, либо вот как я нашел рубашечку со скидкой 50%, либо просто купить себе подарок, потому что захотелось что-то новенькое, новых цветов, новых материалов, новый бренд попробовать, как это будет носиться, но я уверен, что вы получите массу удовольствия. До новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь и ставьте колокольчик. И вам нужно быть в курсе всех новинок ваших любимых брендов. Оставайтесь в тренде вместе с нами.